Двуполярный на полярный мир. Конечно, он будет двухполярным, потому что Россия заявила очень четко, приняв эти санкции и ответив санкциями, что Россия готова создавать развивать свое геополитическое влияние. Еще раз повторяю, что уже несколько лет Россия ведет политику, ориентированную на Китай, на торговый Тихоокеанский союз, то есть сотрудничество со странами Азии, намного больше, чем со странами Европы, и, соответственно, ведет свою политику в Южной Америке. То есть, да, произойдет такой экономический раскол мира, как вы видите сейчас, даже на примере сельскохозяйственных продуктов. Теперь нам Латинская Америка будет поставлять все продукты, да? Латинская Америка, Южная Америка. И Россия, сама по себе Россия, она не сможет, наверное, противостоять США, но имея таких союзников, как Китай, и как мы видим, что китайцы первые согласились строить Керченский пролив, мост над Керченским проливом, что означает, что Китай поддерживает Россию в той позиции, в которой Россия находится. А имея такого союзника, как Китай, я думаю, что, в принципе, у Америки надо серьезно задуматься –